Здравствуйте, дорогие друзья. Странные вещи будут происходить 25 числа еврейского месяца Кислев, через несколько дней. В этот день отмечают два праздника, причем совершенно разных. Один праздник посвящен военной победе и маленькой кучке необученных, отважных ишеботников, можно сказать, религиозных каких-то, которые вообще не брали оружие, разгромивших могучую вражескую армию и восстановившись еврейское государство. Другой праздник напоминает о совершенно сверхъестественной победе над силой тьмы, история с маслом, которую, наверное, все знают. Самое любопытное, что у всех этих двух разных праздников одно название – Ханука. И как бы вторая версия, первая версия Хануки нам понятна. Это Маковеи, герои такие, на библейский сюжет, парни побеждают плохих. Восьмисвечник, все сделали просто великолепно. Но немножечко они потом в конце Бога вычеркнули из титров своей победы. Мы сильные, мы победители, мы самые лучшие. Результат мы знаем. А одинаковое название праздников у второй версии также. Ханука посвящена духовным аспектам. Горение однодневной порции масла, невероятной стойкости вот этих вот ишеботников, хранивших верность Торе, несмотря на соблазны прогрессивного греческого, так сказать, веяния. И военная победа тоже присутствует в этой версии, но она какая-то вторая, не имеющая значения. То есть всем понятно, что Бог так повернул. Вот это все продолжается с тех пор по наши дни. С короткой современной историей государства Израиль, если вы обратили внимание, вплетается в узел те же самые истории. Шестидневная война 1967 года. Молниеносная атака израильских ВВС, великая победа. Когда закончилась шестидневная война, в Израиле никто не мог достать пару тфилин. Молитвенные коробочки присылали из Америки, потому что евреи поняли, что только Бог мог дать им такую невероятную победу над 5 арабскими армиями на 4 фронтах. В Израиле появились первые десятки ишив, там много очень вернувшихся к религии. Однако волна духовного возрождения пошла на спад, ничего не изменилось, и подобно предкам, которые устроили, ну, так сказать, золотого тельца через несколько недель после спасения из Египта, то же самое произошло и здесь. Все забыли и начали что? Отдали все непобедимой израильской армии. То есть культом страны стала армия. И, знаете, все время Цахал, это действительно сильные, великие люди, хорошее все, но Бог сказал, что придет Машиах, когда рухнут все надежды. Все стало опираться на армию. Спустя 7 лет арабы напомнили о реальности, и, если вы помните, началась на севере, на юге, прорвали линию обороны Израиля, нарешили тяжелые потери, это война Йом-Кипура. Но, как всегда, Бог стоял на стороне понятно кого. И страна, ставшая жертвой вероломной агрессии, победила, да? Провела мобилизацию, победила. Йом-Кипур оказался на пользу. Арабы еще не учли такую еврейскую историю, что еще в стародавние времена при царе Давиде еврейские воины постились перед боем, чтобы чиститься. Наверное, идти в бой против Израиля в судный день было большой глупостью. После войны все повторилось снова. Вспышка божественного озарения и опять поклонение силе нашей руки. Хорошо, сказал Бог, если вы думаете, что ваша армия победила в тех войнах, тогда посмотрите. Саддам Хусейн, обстрел скадами, 91 год. Ничего, все сидели только дома и, как говорится, не открывали рот, потому что сделать ничего было нельзя. Падали огромное количество скадов и ничего. Ничего, все произошло так, что ничего не произошло. Перед лицом таких чудес Израиль был охвачен священным трепетом. Если вы, кто помнит, живет в Израиле, по радио передавали песню Раби Нахмана «Весь мир – это узкий мост». На автомобилях были стикеры наклеены «Псалмы против ракет». Таксисты цитировали изречение пророков, и вот такое было. Наступил незабываемый Пурим 91 года. Война закончилась. Иракский диктатор разгромлен. Люди срывались, там радостный, бесшабашный Пурим. Опять забылось через два дня. Сменился апатия, деморализация. Потом началась коронавирус. Это еще больше усилило раскол в стране. Власть оказалась в параличе. Средства информации сеют недовольство, раздор. А между тем поднимается мрачная тень всего остального. Мы должны воевать, мы должны защищаться от врагов, прилагать усилия для победы. Но важно помнить в эти дни, вот предстоящие перед Хануками, что победу дают не самолеты, не танки, а сила духа и связь с тем, кто защищает нас из века в век. С повелителем всех войн. Написано, Бог руководит войнами.
И только к нему надо обращаться. И не думать, что наша рука, не наша рука, а только его милосердие во все века. И сегодня тоже. И увидите, как он поможет сейчас. С Ханукой наступающей, с праздником веры, победы и всего самого лучшего.